Олег! Он на работе дает ему бонус. Дан, привет. Хай. Расскажи, чем мы тут делаем, где мы вообще находимся, как оказались и зачем приехали в компьютерный клуб. Мы находимся в какой-то деревне, где-то под Москвой, по-моему, Вена называется. Венеция? Винница. Винница, натурально, реально. Мы сюда приехали делать визы, ну, можно сказать, получать в Америку, чтобы потом на мажоре потушить и закрыть тему. Нам все одобрили на 3 года. Так что 3 года можем в Америке нереально куролесить. И мы тут сейчас в компьютерном клубе нереально отдыхаем. 100 FPS, у Шепарда 60 Гц монитор. Тушим.
ну как тушим, такая, разошлись ячейкой. ЛФО позабавили какую-то ерундистику натуральную, непонятную мне. Но мы смогли добыть ничью. Это хорошо, потому что получается, что первую половину сезона Пролиги мы закончили без поражений. А это отличный старт. И надеюсь, что во второй половине мы просто всех выиграем. И в Японию поедем, например. И в Японию поедем. А, ну как тебе Вена получается? Вена? Не нравится. А что нравится больше? Дома нравится. Хорошо дома. Дома кайф. Сейчас отыграем и поедем по домам отдыхать, а потом в Америку. В Америке будем куролесить. В Америке невероятный отдых будет. Невероятно, неописуемый. Все, красава. Ну что, пошли тогда, наверное, сейчас пойдем заберем девайсы и в кальянную. Согласен. Все, погнали.